Так вы уверены, что вы выиграете все вот намеченные бои, да? У вас как бы вот вы собираетесь вы знаете, выигрывать или как? Ну, конечно, по-любому выиграю. Всякое случается, но... Нет, по-любому, знаете, у очень многих было ощущение, что с Кличко вы не собирались выигрывать, что вот с Кличко вы понимали, что это будет тяжелый бой, но без шансов на победу. Во всяком случае, из того, что я читал. Ну, это ерунда все полная. То есть вы были настроены на победу? Однозначно. И до последней секунды я хотел выиграть. Угу. Тоже дело в том, что много чего не получалось. Угу. Это да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».